Отлично. Хорошо. Я рад, что меня пригласили на первое. Для меня это тоже первое Design Community во Львове. Я даже не знаю, какие были еще до этого. Вот, но надеюсь, это не последнее Design Community. Community самое главное, чтобы она была не последняя. Да? Вот, то есть, и поэтому то, что говорили насчет спикеров, пожалуйста, если что, обращайтесь. Могу помочь, рассказать с темами. Вот, зовут меня Игорь Фисенко, я работаю в компании Софсерв. Я работаю на позиции обобщенный инженер с небольшими констрейнами, C-Sharp, Azure, JavaScript. Я очень сильно пытаюсь достичь цели, когда я уберу JavaScript, жду WebAssembly, вот, но, к сожалению, приходится еще сталкиваться с ним. Также являюсь Microsoft Most Valuable Professional, кто-то не знает, что не путали с разными другими дизайн-паттернами. Очень люблю импрументы, стараюсь контрибьютать в комьюнити, как могу, выступать, помогать людям выступать, это очень интересный экспириенс. Иногда, знаете, вроде бы все знаешь, а объяснить никому не можешь. Ну, не очень хорошо. Да, всякие комьюнити выступления — это хорошие, скажем так, для себя буст и попробовать себя в другой роли, ну, выйти немного. Вот, поэтому, если что, обращайтесь, мои контакты есть, сайт, там все, там доступна презентация. И еще увлекаюсь в свободное время, когда не хватает писать код на работе, стараюсь контрибьютить в open source, куда-нибудь там .NET Foundation проекты, которыми, скорее всего, иногда вы даже и пользуетесь. Но сегодня наша задача — поговорить про .NET, 100% .NET, и будем про это говорить. В самом деле мы будем говорить про очень простые вещи, о которых вы все задумывались, да, почему всегда метеориты приземляются в крат. Ну, то есть, и то же самое с C-Sharp мы будем говорить. Почему это всегда происходит так? Ну, казалось бы, да? Есть статистика. Примерно это займет у нас 45 минут, мы пробежимся по вещам. Будет очень много демо. На самом деле это довольно так интересно, у меня много способов сфейлиться. Но на все демо у меня написаны юнит-тесты. Вот. Так что они все зеленые, они прошли, поэтому все хорошо. Да? Я думаю, что вы тоже пишете всегда тесты, поэтому вы и сидите здесь спокойно, свободно в пятницу вечером после очередного релиза и доклада. Наше меню на сегодня. Мы начнем такой аппетайзер, будет у нас недокументированные keyword C-Sharp. Просто поговорим, чтобы немножко так размяться, понять, что это такое. Вот. Он тут как-то как в звонке забуйнул этот монитор. Я надеюсь, что все видно. Также мы потом перейдем в exception handling. Стартер такой. Перейдем к главным блюдам. Это у нас safe, безопасный low-level API. Ну и потом на запуске поговорим про числа. Да, перед этим про строки. Ну, в принципе, все просто. Начнем мы с такого аперитива. Да? Это недокументированные keyword в C-Sharp. Да, это то, что вы не найдете, скажем так, в документации, где-то в MSDN, ну, вернее, docs.microsoft.com сейчас правильно, уже MSDN нету такого. И тут дисклеймер. Ни в коем случае не используйте. Даже правильно сказать, 99% и 9% вам это не нужно использовать. Но вы можете такое встретить. Или вы можете попасть вот в тот 0.1%, когда вам реально это нужно. И я расскажу, когда это реально может быть нужно. Четыре слова, которые, скорее всего, вы не встречали, не видели, но они есть. Это все нижнее подчеркивание. Это на самом деле правда. Ну, то есть это как бы нижнее подчеркивание, это не просто там пробелы в ссылке. ArgList, MakeRef, RefValue и RefType. Вот. Кто-нибудь такое пишет в продакшене, да? Ну, просто спросить, мало ли. Хорошо. И не видел, может быть. Первое — это такая вещь, которая может быть использоваться. Она используется для того, чтобы подружить два мира. Managed и Unmanaged Core. C++, я думаю, что многие работали с C++, ну, как бы, там есть такая вещь, как вариадические функции. Вот, что это такое, это иногда сложно понять, да? Но для этого у них есть описание, как бы референс. Вариадическая функция — это функция, которая принимает указатель на массив с элементами. То есть, соответственно, указатель не массив, а указатель. Да, то есть, кто там помнит, есть sprintf, вот эти printf и тому подобное. В C-Sharp такого нет. Соответственно, надо как-то эти два мира дружить, когда у вас есть функции C++, которые это должны принимать. Соответственно, для этого они сделали вот такой вот, ну, ArcList, да, вариадик. Также есть MakeRef, RefValue и RefType. О них мы сейчас поговорим как раз в коде. Поэтому я немного, чтобы не стоять так на коленях, я просто сяду и начну вам показывать код, и, в принципе, тогда все станет
гораздо понятнее. Сейчас вы немного не пугайтесь, мы приблизим это все. Так, приближать это в эту сторону. Давайте начнем с простого ArcList. Кстати, это Rider, да, это не виртуалка, это все на Mac. Это еще увеличивает, скажем так. Все что-то не запустится, но все будет работать хорошо, за это не переживайте. Мы показываем такой .NET, который кроссплатформенный, который работает везде, да, применимо. Есть такой вот ArcList, видите, на самом деле ни ReSharp, ни Rider, ничего вам не выдаст какого-то сообщения там об ошибке, ничего не ломается. Самое простое, чтобы понять аналог, это наша функция, которая с params. Я думаю, что вы все знаете и использовали, давайте я прямо к ней сейчас подойду. Вот, есть у нас ArcList, который тоже принимает ArcList. Но на самом деле, вот такой код, когда вы видите, он, скорее всего, кажется, что не скомпилируется и что-то не так. На самом деле, это компилируется, работает. Вот. А самый близкий к нему аналог, это когда мы передаем кучу параметров, это похоже на такой вот, да, params object args. Но еще раз, это близкий, это не одно и то же. Это абсолютно разные вещи, потому что здесь будет массив, а там будет указатель на массив, в котором содержатся параметры. Вот, это такая вот разница. Но если мы, например, запустим этот тест, да, там, его ArcList, то выведется, ну, скажем так, абсолютно идентичная вещь. Если я сейчас приближу, вы увидите, что они абсолютно идентичны, да, работают, только разные механизмы. Это все компилируется в обычном режиме, никакого здесь нету, скажем так, галочки unsafe code и тому подобное. Это все, скажем так, доступно, можно использовать. А, использовать только в случае, если надо реально вам какую-то вызвать функцию, вариадическую функцию C++, которая есть. А, так, в принципе, нежелательно использовать, но, например, если вы посмотрите там какие-нибудь CLR, да, .NET FX и тому подобное, Core FX, то там вы можете такие встретить. Дальше, так как я говорил, это unsafe code, без всяких unsafe, есть еще такие вещи, как makeRef. Да, например, вот можете такое встретить. Это, по сути, значит, что взять просто адрес от value, да, то есть то, что мы привыкли. Но это как бы сейф штука, то есть тут нету никакой там арифметики, да, и тому подобное. Ну, то есть вы, по сути, можете в managed code использовать такие unmanaged вещи. И на самом деле я могу даже потом сделать обратную операцию, да, разыменование, по указателю получить саму переменную, и в нее даже что-то записать, да, например, вот, ну, то есть как вы привыкли, да, мы там пишем вам в сейф-коде вот такие вот вещи. Ну и, соответственно, есть ref-тайп, который поможет вам, ну, получить тип этой перемены. Это, скажем так, было введено командой CLR, которая разрабатывала, скорее всего, как какие-то вещи себе как костыли, да, они никогда не получили какого-то такого распространения большого, их сделали они на уровне компилятора. Если, ну, сейчас, чтобы не тратить время, мы можем за них ассемблировать и посмотреть, что там получается. Ну, скажем так, там типы, которые недоступны в документации, но они есть. То есть такие backend-fields, они есть. В принципе, ArcList еще использовать можно, если вы не хотите делать лишние аллокации. Да? Но с появлением 4.6 у вас есть возможность array empty писать. Да, это у вас будет забоксированный и singleton, то есть у вас не будет выделяться каждый раз память, даже если вы не передаете параметры, да, когда вы используете параметры. Вот, но с этим как бы жить можно, но надо быть осторожным. Если вы код встретите, понять, вы его сможете, но писать такой код, генерировать я бы не рекомендовал. Это просто, что такие вот вещи есть, и C-Sharp как бы, ну, такой язык с огромной большой историей. Поговорим лучше про такую вещь, как нужно использовать или нет. Да? Я вот тут говорю, что это managed code, у нас есть менеджер, говорят, что он менеджер быстрее, почему бы не использовать. Я просто взял, как бы, и решил проверить, например, использовать ref, да, make ref и ref value, и просто использовать, например, боксинг для того, чтобы изменить какой-нибудь value, который в стеке находится. Да? То есть, ну, если у нас там нет возможности передать, и, в принципе, я получил очень результаты, которые зависят. Там есть это в репозитории, посмотри, чтобы не тратить время. Например, на full.net, на Windows, makeref гораздо дольше работает, чем boxing.
Вот. А на Mono я запускал на macOS, на Linux не было физического хардвера запустить. Minecraft, например, работает быстрее, а боксинг дольше. Ну, то есть это реализация. Да? Соответственно, если мы там на Windows, нам есть оптимизация, Ruget и тому подобное, Roslyn, ну, то, соответственно, боксинг работает гораздо быстрее, потому что тоже куча оптимизации. Mono — это другая имплементация, соответственно, боксинг может долго работать, Minecraft может быть быстрее. То есть есть такие нюансы, поэтому они не задокументированы, просто знайте, что они есть, если где-то встретите, и просто знайте, что не надо использовать. Давайте лучше перейдем к другим вещам, более интересным. Поговорим про эксепшены. Ну, с эксепшенами вообще, казалось бы, все просто, но это не так. Вот. И я вам даже покажу, почему это не так. Вот. Ну, в принципе, сейчас немножко скин уберу, а то он мне мешает, я хожу вокруг среди него. Эксепшены. Там же все просто. Да? Если вылетает эксепшн, пишем блок try, да, и пустой catch. Да? Ну, как бы обычно так почему-то привыкли. Это страшно. У меня для этого даже я часто делаю ассессменты, какие-то проекты, или просто код смотрю. Я уже даже сделал специальную себе регулярку. Там Ctrl-Shift-F и потом regular expression, и вставляешь вот такую вот большую-большую строку, и она позволяет найти все блоки catch, которые пустые. Вот. Ну, то есть довольно удобно сразу в коде и понять, что фиксить. Да? Ну, в принципе, это делать могут там и компиляторы, но очень часто туда вставляют там комментарии, чтобы он не ругался, там ReSharper, чтобы не ругался, это вставляют комментарии, когда-нибудь будем логировать. Да? То есть, ну, так обычно по 10 лет живу, там приходит такой проект очень старый-старый, и там это не написано так, до сих пор не дошли за это время. Там, ну, это встречается, например, вот здесь ссылка, это репозиторий. Честно, я не помню, Assembly Tools. Это, по-моему, или Roslyn, или еще кого-то у них такое есть. Ну, то есть это, скажем так, практика распространенная даже у супер-мега-опытных программистов. Но есть другой случай. Есть параллельная вселенная, где пишут наоборот пустые блоки try, а всю логику пишут finally. Вот. Для этого я регулярку приводить не буду, потому что это немножко странно, кажется. Кто-то так написал, хотелось бы, ну, сказать, исправить, что так нельзя, но надо задуматься, почему так написали, да, люди, в принципе, умные, наверное, так написали, ну, и очень много кода, и мы его используем, например, это вот этот код с таймер CS, кто там с таймерами работал, знает, это вот, ну, в дотнете такая вот есть имплементация веселая, можно найти. И тут, соответственно, вопрос, зачем так делать? Давайте попробуем разобраться с ним. Когда срабатывает блок finally, да, то есть немножко поговорим про exception handlers. Вот, и такой вам вопрос там, кто думает, что finally срабатывает всегда, поднимите руку. Ага, finally может срабатывать всегда, да, там, например, да. Там компьютер работает, с розетки выключили, да, там finally не срабатывает. Я понял. Хорошо. Вот, такое бывает. Но если говорить реально то про эксепшены, то все весело с ними, да. Давайте начнем с нашего finally. Да, finally может не сработать в, чуть-чуть мы приблизим, в одних, скажем так, из таких edge случаев, да, когда мы вырываем из розетки, а есть больше, это когда мы можем программу сделать, когда мы так не врываемся. Есть такой метод, как environment fail fast. Вот, на самом деле, если в кейче, например, ну, я вот сейчас вам запущу этот тест, если в кейче выполнить этот environment fail fast. Это что у нас? Ага. Прибил мне пока. Fail fast. То у нас произойдет схлопывание просто. У нас все финализаторы не выполнятся и тому подобное. Да? То есть, соответственно, это все поломается. Вот. Абдомен у нас схлопнется, если он есть. И, соответственно, больше не будет никаких работ с памятью. А, только что тут это Шрайвер красный показал, он не любит environment fail fast. Все просто падает, даже раннеры. Вот. И зачем это сделано? Если вы это использовали, я думаю, знаете. Но если не используете, бывают такие случаи, когда вы попали в какое-то такое фатальное состояние, где вам лучше остановиться, все как есть, чтобы не делать никакие операции, там, например, по восстановлению данных, потому что вы можете поломать состояние ваших данных. Вот, тогда подходит этот метод fail fast. Если честно, я за все время ни разу его не встречал. Я думаю, что, во-первых, он как-то, ну, не predictable, да, потому что все, что схлопнется, и что тогда делать, перезапускать. Во-вторых, ну, как бы, он такой супер скрытый.
и не все о нем знают. Вот так, мы переключимся это сюда. Вот, то есть падает. Да? В этом случае как бы мы можем написать файл или не выполнить. Есть еще один случай, о котором можно подумать, он близок к тому, что можно что-то выдернуть, можно нет. Это, например, мы запускаем в потоке. Есть у нас какой-то главный поток, есть у нас дополнительный, мы запускаем в бэкграунд потоке какую-то операцию, он висит в блоке try, и я с главного потока говорю, мне этот бэкграунд не нужен, он уже устарел, я хочу завершить поток. И вот этот вопрос, выполнится finally или нет? Как вы думаете, finally выполнится? Кто думает, что finally выполнится? Он же всегда выполняется. Отлично. А кто думает, что не выполнится? Ага. А все остальное это Java разработчик. Хорошо. На самом деле это, да, я слышал. На самом деле такая интересная вещь получается, что это, во-первых, на .NET Core не показать, потому что thread abort наконец-то они выпилили оттуда. Вот. Можно закрыть. И это есть только в full.NET фреймворке. И я вот сделал такой примерчик, я запускаю тест, он что-то там делает в блоке try, есть блок finally, и потом через 5 секунд я его убиваю. Это как тест. Не надо делать. Это как не надо делать. Да, это не надо делать. Thread abort они поэтому и убрали. Говорят, что это очень плохая практика, потому что все непредсказуемо. И еще они говорят, что все финализаторы должны будут выполнены. То есть finally в этом случае выполнится. Вы можете посмотреть, что он отработает и finally всегда выполнится. То есть даже если вы пишете abort, это гарантирует, что все финализаторы, все критические секции будут выполнены. Значит, возвращаясь к тому примеру, который с параллельной вселенной, да, то есть люди это понимают, что они могут свою логику выполнять в параллельном потоке, и их могут убить. Да, то есть аборт сделать. И, соответственно, они хотят, чтобы что-то выполнилось обязательно, гарантировать это. До .NET 2.0, CLR 2.0, правильно сказать, не было такой вещи, как thread critical region. Да, то есть критической секции не было. И, соответственно, чтобы это реализовать, вот как вот есть в комментарии, да, здесь вот написано finally, когда вы пишете, этот код помещается в критическую секцию. И, соответственно, это то, что гарантирует, критическая секция должна выполниться всегда. Вот. До .NET 2.0 этого не было, оно появилось до .NET 2.0, таймер появился до .NET 2.0, и, соответственно, там как-то нужно это было делать. И поэтому иногда вы можете встретить коды, артефакты старого, что когда есть пустой блок try, и вся логика пишется в finally. Это сделано с этим. Вообще, на самом деле, с эксепшенами очень интересно все получается. И, например, то, что вы вызываете to string, это плохо. По одной простой причине, что если посмотреть, я у нас тут есть, вызов to string, особенно если у вас агрегированный exception, то тут есть такая вещь, и это как бы тоже код. Проходит по всем inner exception, и потом это начинает склеивать. Все помнят, да, что строки склеивать, лучше использовать какой-то string builder и тому подобное, чтобы не было локаций. Вот, поэтому, когда вы вызываете на aggregated exception to string, будьте осторожны, потому что у вас будет очень большой memory traffic. Строки будут в цикле складываться. Это если у вас немного exception. Да, то есть это, в принципе, хорошо. Если много exception, то вы на такую вещь наткнетесь, к сожалению. Еще с exception интересная вещь, на самом-то деле, можно далеко не забегать. Кто-нибудь как раз кидал с null reference exception? Null reference exception кидали? Конечно. Специально, не специально, кто-то просто обнулял. Бывают разные. Если вы сами кидаете, да, что обычно вы пишете? Throw, new, да, и null reference exception. Это запись большая, на самом деле, чтобы кинуть exception, null reference, можно написать просто throw null. И он будет ожидать, что вы должны после throw кинуть exception, но он не найдет, там будет null. И кинет null reference exception. Такое тоже может быть. То есть, какая разница, да, как кидать ему? Пусть сама уже себе лам кидает. Что ж с эксепшенами, да, у нас есть. Какая еще беда? Казалось бы, все хорошо, все легко, но нет. Если разобраться еще с ними, чуть приблизить, обычно это вы встречаете еще до того, как начинаете писать
какой-то продакшн-код в компании, вас еще спрашивают на собеседовании, да? А в чем разница между throw X, да, или просто throw и тому подобное. Да? То есть я надеюсь, что с этим все уже как бы плюс-минус разобрались, как минимум на собеседовании. И в чем у нас получается проблема, да, что так быстро проговорить? Если я здесь кидаю exception, здесь его сохраняю, и потом где-то еще рисовываю, то у меня нарушается что? Call stack или stack trace? Да? Вот тут вот начинает это как бы путаница, да? Потому что есть одно call stack, а stack trace он сохраняется, меняется call stack. То есть если это показать на примере, что у нас там тесты запускаются. То есть, к чему это приводит? Что на продакшене, да, или где-то упал exception, там, если мы его неправильно кинули. Ага, вот этот service hack. Да, то есть, если вот этот посмотреть exception, если я сюда нажму, ну, в ReSharper'е там есть, не видите, вот, сразу подсветка, да, на какой строке упала, и чтобы разобраться. Если я сюда нажму, меня кинет вот на вот эту строку, которая подсветилась, да, MX 29. Но на самом деле, то exception произошел не здесь, да, ну, то есть, это не очень хорошо для отладки. Это довольно простой пример, но... Скажем так, в продакшн-коде это может быть функция функции, вы попадете не в то место, где вообще искать эту ошибку. Это плохо. Поэтому, говорят, нужно throw. Но очень часто хочется где-то насобирать эксепшенов или что-то с ними сделать, как-то их кэпчурить, да? Чтобы stack trace оставался, тот, который нам нужен. Для этого есть такой вот интересный подход. На самом деле, с этой проблемой столкнулись ребята с CLR Team'а или, может, другой Team'а еще раньше. И они даже для себя такую сделали вещь. У них есть метод такой в exception, называется функция internal preserve stack trace. Вот, она приватная, вызвать ее мы не можем, инкапсуляция и тому подобное, но они нам сделали очень крутой механизм, называется reflection, с помощью которого мы можем нарушить инкапсуляцию, да, и вызвать любой приватный метод, ну или что мы еще хотим. Да, соответственно, этот можно метод вызвать, прямо вот здесь вот в exception сохранить, и если мы попробуем запустить тот же тест, я его прямо сейчас отсюда запущу, соберется раненько, то основная идея здесь, что у нас все сохранится. Так. Ага, вот он pain, access, нажимаем, и мы попадаем в ту строчку, в которой реально произошел exception. То есть, если здесь посмотреть, да, там, здесь он там произошел, я нажимаю и попадаю на ту строчку, где реально произошел exception мой оригинальный. Я просто его потом сказал, что сохрани мне весь stack trace, записал уже в переменную, что-то с ней сделал и дальше сделал throw. Да, не так, как нас там говорят, что надо просто throw писать как можно раньше. Я просто вот использовал MyX. Подход вообще ужасный, да, вы понимаете, ну, нарушение инкапсуляции и тому подобное, потом там техлит или менеджер завернет, скажет, что это такое вообще, это что за дичь, да, и развернет наш pull request. На самом деле есть более интересный API, который появился в 4.5, наверное, фреймворка, Exception Dispatch Info. Если вам нужно как-то закэпчурить ваш exception, что-то с ним сделать или просто насобирать кучу и продолжать всю логику, а потом сразу их как бы раздать, да, там, батчем, то тогда вам очень хорошо подойдет exception dispatch info. Вы просто пишете capture, да, capture exception, не надо ничего нарушать там инкапсуляцию, и потом, когда вам нужно, вы просто этот exception сроуете и получите тот же самый результат. Ну, немножко даже лучше, я вам покажу, если запустить этот тест, будет результат немного красивее в плане того, как exception message. Ну, вы же понимаете, да, что exception message — это, по сути, сэкономленное время, когда говорят, ой, там что-то на продакшене поломалось. Да, то есть, ну, если у вас хороший stack trace, да, то все будет хорошо. Вы быстро найдете, где проблема, где что упало. Ага, вот он. Это не меня вот наш диспатч. Так, вернемся к сопряжению. Dispatch info. Вот. И тут даже написано, да, там, end of stack from previous location where exception was thrown. Вот. Значит, вот так вот я подниму.
То есть на самом деле он вам все это сохраняет, потом как бы добавляет, что вы его кинули немного в другого места, но оригинально все сохраняет и остается. То есть вы легко сможете потом найти, где именно, в каком месте точно произошла проблема. Если говорить дальше про exception, да, то есть вы видите, что с ними на самом деле проблем очень много, и они на этом не заканчиваются. У нас появляются иногда такие нюансы, когда эксепшены начали люди вместо там каких-то эрор-кодов просто кидать везде эксепшены, и очень часто вы приходите к тому, что у вас эксепшенов становится много, да, на каждый реагировать вы не можете, вы уже и так не спите долго, и вам надо как-то разделять. Да? То есть есть эксепшены, которые ждут до завтра, есть эксепшены, которые фиксить нужно уже сейчас, есть эксепшены, которые можно вообще никогда не делать, да, не фиксить. Но как бы исторически сложилось, что они есть, и надо как-то фильтровать. Да? Для этого что у нас как бы есть из подходов? Мы можем добавить в блоке там, кэш эксепшен, например, проверку. Да, critical это exception или нет. То есть вы сами решаете по каким-то там атрибутам. Да? То есть можно ли отложить на завтра, позвонить куда-то там человеку или там отправить почту, ну или как бы там, ну, не знаю, обновить резюме, все что угодно можно сделать, ну, настроив exception. Какая здесь проблема, если мы так подходим? Если, например, exception не critical, да, мы что-то там вывели, а если он critical, да, его нужно прокинуть дальше. Опять та же ситуация, да, нам нужно как-то не нарушать stack trace, ни в коем случае. Если мы уже напишем так, вот, да, с row, как бы ни казалось, мы нарушим. Мы нарушим stack trace, он в принципе плюс-минус останется, мы call stack нарушим, да, потому что у нас уже был вызов других методов. И, соответственно, это уже не совсем валидно происходит, обработка. Поэтому есть такая вещь, она как бы известна, но никто ее особо не использует, в C-Sharp 6.0 появилась фильтры exception. Вот, запись, она никому особо не зашла, она вот выглядит вот так вот, почему-то. Вот, никто ее особо не использует, я так не видел. В чем ее отличие, да, казалось бы, одно и то же. Там мы пишем просто if, здесь when. На самом деле, фильтры эксепшенов работают немножко на другом уровне. Они работают на уровне CLR. То есть, она смотрит и видит, у блока catch может быть много, да, вы их располагаете там в порядке, вот, получается, частного к общему идет там, и она проверяет, что у нее есть хендлеры. Она смотрит, какой там тип эксепшена, есть такой хендлер, и смотрит сразу, ага, у него есть еще фильтр эксепшен. Фильтр эксепшен — это фича новая для C-Sharp, но она уже давно живет в Visual Basic, как оказалось интересно, да, то есть Visual Basic иногда более продвинутый. Вот, есть вот в Sharp она, то есть это фича CLR, это не C-Sharp. И она проверяет, говорит, ага, я могу проверить этот эксепшен, вызвать статический метод, который возвращает bool, и если как бы оно возвращает true, то все хорошо, значит это critical, да, там. Если нет, значит это можно что-то делать дальше, да, вы можете написать другой handler с другим фильтром. И у вас все будет хорошо со stack trace, с call stack. То есть это вот важная вещь именно фильтров exception, потому что как оно устроено внутри, эта реализация. Также, если вам срочно пришли и сказали, нужно нам логи писать на все кетчи, да, у вас там ничего не было, и у вас просто написано обычно кетч, exception, и там что-нибудь, комментарий, когда-нибудь в другой жизни, там, или мои дети допишут сюда логи, вот, то очень хороший вариант, чтобы вы не портили ни stack trace, ни call stack, ничего, можете написать вместо, например, exception critical, да, там, функцию log exception. Потому что это потом легко будет это найти и заменить. И просто всегда возвращайте false, чтобы оно никак не влияло на это. И вы можете так логать все свои exceptions. Вот. То есть, ну, в принципе, применения могут быть разные. Но с exception, в принципе, плюс-минус, я думаю, что все понятно, все хорошо. Давайте двигаться к нашим основным блюдам и поговорим про такую вещь, как безопасность. Да? Это то, о чем нам говорят, менеджер среда. Используйте, пожалуйста, там, не без всяких указателей, чтобы все было в сейф, мы никуда не вылетели, не выставили много и тому подобное. Да? То есть очень часто и потом начинается другая проблема, говорят, что там, у нас все медленно, не работает, а вот если бы мы писали там, на Unmanaged коде и всяких таких вещах, было бы все хорошо. На самом деле мы можем писать. Скажем так, дизайн языка C-Sharp и его API очень сильно движется в этом направлении. Просто не всегда мы используем. Например, даже самый простой, я вам сейчас покажу,
как легко можно все поломать. Это тоже как бы никаких, вы можете потом на GitHub'е скачать это все, никаких тут флажков unsafe не стоит, это обычный, ну, просто сейф-код, который мы можем писать. Есть методы. Например, у нас есть метод, да, вот приватный вот метод to pass, который выводит, что он там вызвался, можно как-то запустить его, посмотреть, что он там вызывается, что-то пишет. Так, это у меня опять что-то переключилось. Это, да, когда они кошку сделают. Вот он. Так. Вот, да, что метод вызвался. Что все хорошо. Но как бы все хорошо и хорошо, да, но мы можем даже сейф командами немножко это все поломать. И тут есть интересный нюанс. Да? Есть у меня такой метод getMethodHandle. Работает он довольно просто, это reflection. Я беру тип вот этот basic, беру его метод, да, и как бы вызываю метод handle. Вот. Это считайте, как бы получить адрес его. Единственное из нюансов, так как метод очень простой, я поставил атрибут noinlining, да, чтобы у меня метод этот всегда остался. Да, потому что как бы компилятор может его заинлайнить, и, соответственно, у метода никакого не будет. А дальше еще, чтобы вообще себя обезопасить, я расскажу вам о одном таком хаке, надеюсь, вы его никогда не примените, но все равно. Иногда нужно, как бы, чтобы домой прийти вовремя, а перформанс медленный, вы знаете, в чем проблема, можно преджитинг сделать. А вы знаете, да, как у нас работает just-in-time компилятор. А берет и по функции. Он знает, что эту функцию надо вызвать, и он такой, окей, я сейчас для нее сгенерирую код. Да, и начинает жить, да, и генерирует вам машинный код с вашего промежуточного intermediate language. На самом деле перед вызов первый раз будет долгий. Ну, относительно долгий, но иногда это бывает очень долго. Если вы там боретесь за какие-то уже миллисекунды. Есть такой интересный метод, prepare метод, runtime helpers. Да, он не особо где-то всплывает, но он есть. Что он делает? Он как раз джитит этот вам метод, эту функцию. Да, то есть вы, например, можете себе что-то преджитить. Зачем я так делаю? Потому что мне надо как бы вызывать уже методы, чтобы он располагался где-то в памяти, и, соответственно, мне надо, чтобы его заджитило. Да? Ну, то есть, как бы, хаки, они всегда такие. Вот. И когда он у меня заджитен, он у меня есть, адрес есть. Я использую тоже как бы Safe API, Interop Services, Marshall, да, WriteBy. И просто беру этот function pointer и записываю, вообще ничего не знающий байт, да, CC. Вот. И потом его можно попробовать вызвать. Мы можем, конечно, попробовать. То есть вы понимаете, да, я беру там начало адреса функции, и в этот адрес пытаюсь, ну не пытаюсь, я записываю байт, который ничего не значит. Вот. И, соответственно, ну, как и ожидалось, да, ну, и кто это не ожидал, даже .NET, он говорит, ой, я вышел по-английски. Вот. То есть, ну, для этого не надо использовать какой-то unsafe код. Вы можете легко, используя safe код, ну, наделать вещей. Поэтому unsafe бояться не надо. Но все равно, для нас очень много делает Microsoft, помогает официальная поддержка. Я думаю, что со стримами работали много с memory. И есть такая штука. Memory stream — это накладные расходы. Если вы используете обычный memory stream, еще с большими данными, то вы еще попадаете в large object heap, а там начинается, скажем так, ну, large object heap, когда вы попали в large object heap, да, вы знаете, объекты все больше 85 тысяч байт, да, это примерно 80 килобайт, но мы еще немножко к этому вернемся, попадают в large object heap. Попали в large object heap, все, там как бы проблема с фрагментацией и тому подобное, у вас дефрагментация, то есть следующая остановка out of memory exception, если ваша программа работает долго. Вот, если там запустили, что-то посчитали, выключили, скорее всего, нет. Вот, иногда нужны какие-то там буферы такие для того, чтобы отпроцессить, что-то куда-то перекинуть. И чтобы не нагружать garbage collector, можно попытаться пойти в unmanaged memory. Тогда у вас, соответственно, не будет нагрузки на GC, и это как бы хорошо. Ну, если вы процессите реально большие объемы, да, ну как большие, ну, все, что мегабайт, давайте уже считать большие, это будет нагрузка на GC. Вот. Соответственно, нам дали такую как бы библиотеку, возможность работать с unmanaged memory stream. Дали всего два метода, которые у нас есть, memory stream и memory access. Да? Один random, один unified. Да? То есть, когда у нас получается
Unified мы просто ставим как бы кусок и всегда его переводим. Рандом нам позволяет писать куда угодно, читать куда угодно. Выглядит это на практике вообще довольно просто. Например, у меня есть структурка, обычная структурка с необычными полями. Да? Вот такое, ну, как бы, если встречаете где-то в продакшн коде, но это беда, ну, название должно быть нормальное, но это как бы для нашего примера. Вот. Также я примерно подрасчитал нормально, что значит 1 гигабайт. Это не так, как считает Apple и другие крупные производители, что мы вам 1 гигабайт считаем как, ну, и вот число с нулями, да, ну, то есть обманывают уже там, купили там телефон 64, а по факту он вообще там чуть ли не 40 чем. Вот. И я сделал такие простые вещи, как бы Total Memory, просто беру get Total Memory с менеджер, и потом еще раз беру, да, и false у нас значит без full collection, да, то есть не собирать память, ну, чтобы уже наверняка честно. Да, и я выделяю 1 гигабайт сейчас. Ну, вы понимаете, если вы выделите 1 гигабайт, ну, это все равно, то есть GC должен как бы отработать, сработать, это должно уже появиться, да, тем более я как бы держу указатель. Также я здесь написал, здесь пришлось включить unsafe, скажем так, не, здесь в этом даже примере мне пришлось это включать, это чуть дальше. Написал тоже, пожалуйста, если вы видите это в примере, это не значит, что надо использовать его в production, это не готовая, это упрощенная версия, очень упрощенная версия. Я отнаследовался от safe buffer, для того, чтобы выделить, скажем так, себе памяти, да, я тоже использовал safe API. Аллоцировал просто global себе в OneManager среде 1 гигабайт, поставил этот handle на этот буфер, проинициализировал, это значит забил на нулями как бы, вот, ну и потом релиз handle тоже обработать, чтобы, ну, почистить память. Ну, я не хочу лишний раз ноутбук перезагружать, хотя для примера можно было даже не релиз. Вот. И все, скажем так, потом у меня довольно просто идет, что я выделяю себе этот буфер, да, аллоцирую в OneManager среде, это то, что не управляет CDC, память, и говорю, что вот Unmanaged Memory Stream, это то, что мы скачали с NuGet'а, замат мне на вот этот мой буфер в Unmanaged среде, да, чтобы я работал с сейф-кодом. И все то же самое, как вы работаете с любым Memory Stream'ом, мы можем что-то записать, да, туда, ну, скажем так, но единственное, вы сами отвечаете. Вы знаете, куда вы что положили, какого типа, ну, скажем так, уже немножко ответственное должно появляться, да? Вот, что положили туда, оттуда как бы считали, и, ну, с этим надо работать, то есть эти офсеты, это полностью на вас. Например, здесь мы там записали, да, там 100 по этому адресу, потом мы прямо считали по этому адресу этот байт, да, но оно будет совпадать. И когда мы работаем со стримом, у нас позиция всегда перемещается, да, то есть когда мы что-то считали, он перемещается. Вот. И я вам просто любой из этих примеров запущу сейчас, они абсолютно одинаковые. Вот. И пока он запускается, я вам просто покажу с просто memory accessor. Memory accessor, он уже, скажем так, позволяет больше делать, да, он, то есть рандомно писать. То есть я могу там, у меня есть 1 гигабайт, я могу в середину положить, там, куда угодно. Вот. И, соответственно, также могу считать, да, то есть здесь ref, out, считал, записал структуру. Тест наш отработал. Если вы посмотрите на этот тест, где я выделил себе гигабайт памяти, в менеджер среде у меня там всего лишь выделилось там, да, 8-192 байта. Нет, совсем немного. Хотя у меня есть гигабайт, с которым я могу работать. Но его просто не видит GC, потому что это unmanaged среда. Соответственно, нагрузки на GC не будет. Если вы работаете стримами, парсите файлы, что-то там обмениваетесь, посмотрите в сторону unmanaged memory. Она есть, она живет, и с ней довольно удобно работать. Вот, поэтому об этом иногда забываю. Давайте двигаться дальше. У нас тут есть еще более интересная вещь. Спаны. Раньше они назывались слайсы. И еще мне что нравится, кто там смотрел Connect, там уже официально они сказали, что C-Sharp, там почему-то они привязали это к C-Sharp 7.2, оно не имеет, если честно, связи, они сказали, у нас есть спан. И если никто не смотрел видео, там в конце будет ссылка. Один из разработчиков команды рассказывает, зачем им нужны были спаны, что они как бы решили с этого проблему. Но пока они вот это все делали и решали, уже люди сами, скажем так, раскопали, сказали, нам это нужно, это очень классно, мы будем с этим работать. И оно им пошло немножко раньше.
сначала называлась там System Slices, потом System Spawn, я помню вот это, потому что ты всегда обновляешь, оно все ломается в солюшене. Вот сейчас оно называется, уже получилась официальная поддержка, это System Memory. Оно тоже в превью, вот, но, скажем так, оно в превью, потому что они еще хотят сделать больше API. Есть сейчас большие ограничения, но со спаном уже можно начинать работать. И это очень хорошо. Я вам сейчас покажу на примере. Вот. Правда, наверное, перед этим расскажу все-таки, что такое спан. Ну, потому что надо аналогию провести, тогда будет понятно с кодом, какую проблему он решает. Есть две проблемы. Ну как две проблемы? Две решения. У нас есть спан, это структура. Соответственно, нет аллокации. Эта структура еще очень сильно связана с работой компилятора, потому что ее изобразить, скажем так, в средствах C-Sharp можно, но это неэффективно. И чтобы ее изобразить, то, что сейчас, да, там рантаймы, которые не поддерживают спан нативно, это, например, до 4.7 фреймворк и .NET Core 2.0. Вот это все не поддерживает нативно спан. Для того, чтобы его изобразить схематически, представьте структуру, которая в себе хранит поинтер, офсет, да, и длину. А зачем это нужно? Представьте, что это, ну, как, знаете, иногда говорят, плавающее окно. У вас есть, например, какой-то с арреями, я думаю, все работают, да? Есть такой тип, с которым не все работают, аррей-сегменты, да, чтобы не было локаций. Потому что, когда вам нужно работать с какими-то массивами данных, скажем так, что-то менять, заменять и тому подобное, там, с них какое-то брать. Очень часто много накладных расходов вы создаете копии этих арреев. Array-сегмент позволяет просто вам перемещать window. Span как раз оно пошло дальше, это такая эволюция, то, что это может работать с managed памятью, с unmanaged памятью, и все это воедино получается. То есть у вас есть ваш массив, а span — это структура, которая показывает, где вы сейчас находитесь. И вы это окно перемещаете, и, соответственно, у вас нет никаких накладных аллокаций, да, то есть лишних, что, например, хотите работать с этим кусочком, вам не нужно его как-то копировать, извлекать и тому подобное. Вот. Хороший пример, это который мы разберем, это строки. В новом рантайме они это оптимизировали, да, то есть уже как бы как таковая штука offset не надо. Так как эта структура, она работает как структура, и она stack-only. Вы не можете сделать span, чтобы он попадал в heap. Соответственно, всякие ваши попытки замкнуть его, разместить полем класса и тому подобное приведет к ошибке при компиляции. Чтобы вот эта штука работала хорошо, она должна жить только в стеке. Если вернуться к примеру, на примере гораздо все понятнее теперь станет, когда вы поймете, что это такое. Вот. Есть array. Вот так вот будет чуть-чуть лучше видно. Чуть посередине. Есть array с набором чисел. И если я начну, например, работать с array, мне надо создать какой-нибудь, просто сделать слайс и выделить с него там array из четырех элементов, например, да, или что-то там отрезки. Начнутся локации. Я не хочу локации. Для этого я могу, например, завернуть его в span, да, вот как здесь вот вторая строчка. Я его заворачиваю в span. У меня никаких нету аллокаций нагрузку на heap, потому что у меня создался только, ну, грубо говоря, структура, который будет иметь свою длину и как бы позицию. Потом я говорю slice 6, создай мне просто span, да, сделай мне просто такую вот, ну, нарезку, да, начиная там с шестого элемента, да, соответственно, как бы попадут вот эти четыре элемента, да, оставшиеся. Вот, это я сделал, аллокаций никаких нет в этот момент. Это очень удобно, то, что я могу работать, но мы чуть дальше разберемся на примере, где это, ну, реально может помочь. Дальше я, например, хочу взять и проверить, что это одна и та же память. Для этого я делаю такую вот как модификацию. Я беру source ref, да, и беру ref, это фича C-Sharp 7 уже 0, да, я могу взять ref, вот array 6, это все так же managed code. Я беру указатель. Ну, то есть, чтобы проверить, что это одинаковая память, надо взять и просто, ну, указатели равны или нет. Вот, я взял. То есть здесь все просто. А дальше у меня есть span. Я хочу проверить, соответствуют ли, скажем так, элементы там и там с указателем.
Я могу на самом деле написать довольно просто, также ref span и взять у него нулевой элемент, да, потому что тот шестой совпадает с нулевым моего спана. Вот. Но как бы мы же хотим это сделать проще, потому что если у меня здесь будет null или не будет элемента, я вылечу просто. За индекс мне очень хочется. Тут есть очень классный метод, мне вообще нравится, как они в новых API интерфейсах начали называть, да, то есть сразу понимаешь, что что-то уже не так. Ты уже как бы ходишь по лезвию ножа, когда API начинается dangerous, да, там get pinnable reference. Вот, могли просто get pinnable reference, но нет, надо dangerous, чтобы вы чувствовали, что опасно, что не просто так деньги получаем, мы работаем с огнем. Вот. Если будет просто span как бы 0, не будет этого элемента или что, я не увеличу здесь по exception. Это как бы плюс. Соответственно, я получаю логически, пока что по коду, референс на один и тот же элемент с двух разных структур. Здесь вот как раз используется немножко unsafe кода. Есть такая еще библиотека, я о ней не хочу говорить, она мне очень как бы интересна. System Runtime Compiler Services Unsafe. Это тоже можно подключить. Это даже не библиотека, это один большой ил код файл на кучу строк. Скажем так, у меня даже нету представления C-Sharp. Это сразу intermediate language вот, генерируется. И я просто передаю и проверяю там эти ссылки. Вот. То есть они на самом деле так как-то зеленые, они будут true, чтобы не тратить время. Я покажу, что реально можно делать. Взял я вот этот array. Взял я от него span. И здесь я вывожу array. Давайте я, наверное, этот тест сразу запущу, чтобы было видно, что он делает в реальности. И потом говорю, что span 0, элемент, вот, который я взял, да, в реальности это 6. Вот. Я просто меняю у него знак. Ну, какую-то модификацию делаю. И потом его вывожу. Это как тест на сорт работал. Вот. И, соответственно, если вы увидите вот этот элемент, да, он изменил знак. Вот. То есть это о чем говорит, что span вы можете модифицировать. Да, то есть ну, вы взяли от array, работаете со спаном, у вас никаких аллокаций нету, вы работаете с тем же array реально в памяти. Но вы можете, для вас это как уже другая структура. То есть, ну, удобно. Да? То есть и принимает, в принципе, так, оно managed memory, unmanaged memory и тому подобное. У вас один, скажем так, приемник, один интерфейс, вам без разницы какая это память. Это очень круто в плане того, что вы пишете ваш метод, это ваш уровень абстракции. Это прикольный уровень абстракции, что вам без разницы, какую вам память кормят. Вот. А дальше, как мы поговорили про array, надо всегда поговорить про строки, да, потому что они очень созвучны. Мы на самом деле про строки поговорим чуть дальше, там интереснее. А, но как спаны применять там? И вот мы нашли реальное применение, ну, не только как бы мы были первыми, они, наверное, для этого и создавались, потому что в основном работаем со строками всегда проблема. Да? Что-то делаешь, что-то меняешь, как бы там, ух, куча всего, но мы об этом поговорим. Можно строку, например, представить как span, но строка — объект immutable. Да? То есть, ну, у нас есть и другие, но строка — это ярый пример immutable объекта. То есть мы не можем как с array что-то менять, и чтобы магически там оно в нашем safe API менялось. Вот так не получится. Поэтому, когда мы вызовем метод span, я специально оставил, что здесь отработает read-only span. Это еще один плюс API, что вы можете передавать read-only span. То есть это вы знаете, что вы передаете указатель, и вас могут только читать, вас никогда не изменят. Это довольно тоже хороший уровень абстракции. В новых версиях последующих они сделают это более явно, и будет написано as read-only span. Но что span, ну, как бы кажется, что можно менять. И здесь довольно простая задача. Ну, вообще задачи бывают сложнее, но для примера лучше ее показать. Нам надо процессить данные. Мы принимаем сюда read-only span как бы char. И задача разбить просто строку. Вот есть эта строка, и надо разбить по пробелам и вывести просто вот эти все слова, да, то есть которые, ну, между пробелом, да, или пробел между слов, как-то читать. Это довольно просто. В принципе, со строками, если мы начнем это делать, у нас начнется там индекс of и тому подобное, slice, это каждый раз аллокация. Да? То есть, как мы только пишем там substring или... О, у нас slice, по-моему, нету, то substring, да, и вот это, то будет аллокация, выделится новая строка. Здесь гораздо все проще. Да, мы получили позицию,
Если там у нас позиция минус 1, то это последний как бы сегмент, вывести его. А так вот я говорю, что word, да, вот по этой позиции сделаем мне слайс. И потом его выведем. Да, то есть вывод операции довольно там простая. Покажу, просто берет там элементы, скажем так, и выводит их. Можно на этом не заморачиваться. И я дальше передаю вот здесь вот как раз ключевой. Вот, вот это написать со строками очень сложно, без аллокаций. С спанами это гораздо проще. Я делаю как бы слайс, да, позиции. Я выделил этот word свой, вывел его. Zero location, да, никаких аллокаций, потому что это просто указатель на вот тот мой участок памяти. Вот. И потом я просто говорю, что передай этому спану, моему окошку, просто смести мое окошко дальше. Да, то есть у меня есть вот эта строка, я одно вывел, и просто переведи меня дальше. Ну, то есть тоже никаких аллокаций, и поехали как бы это в цикле. Вот, вот это, ну, скажем так, спан — это хороший прорыв в этом плане работы с данными, что не будет так много аллокаций. Но, как я говорил, что это stack only. Соответственно, это могут быть там локальные перемены, да, что как бы живет в стеке. Если вы будете пытаться его забоксировать, чтобы в heap поместить, у вас будут ошибки. Для этого они сейчас делают и будут в начале следующего года объект, который будет жить в хипе, ну, может работать, скажем так, жить в хипе, это memory. Да? Но это вообще еще даже недоступно в превью их private, таких вот билдах, которые можно использовать нормально. Поэтому об этом сегодня мы не говорим. Вот, но такая возможность будет, а спаны уже можно начинать использовать, и мы получили довольно большой прирост, когда там работаете со строками и парсингом гораздо лучше даже, чем со стрингбилдером. Вот. Это все, что касается спанов. Я вот очень много говорил про строки, и я хотел бы продолжить говорить про строки. Строки нам очень нужны. Как минимум, вот это не C-sharp, и я радуюсь. Это, наверное, C. Как проверить число, да, отрицательно оно или нет? Да, привести к строке, если первый знак минус, то значит оно отрицательно. Вот. Поэтому как бы мы выбрали хороший с вами язык. У нас это уже все есть. Стандартные операторы. Все. Мы возвращаемся в код. Вот. Тут немножко будет повеселей, потому что со строками все гораздо веселее. Сейчас как бы с современными телефонами, с потребностями пользователей, никто уже не хочет просто писать какие-то там символы, да, ну, как бы, когда у вас там пароль спрашивают, уже никто там не называет дату рождения, уже говорят, у меня там эмоджи и тому подобное, да, и вот тут начинается проблема с этими всеми эмоджами и то, что мы не рассчитывали когда-то, когда писали код, что кто-то захочет использовать в своем имени эмоджи, да, уже даже Wi-Fi точки можно называть, там интересно есть иногда название Wi-Fi точек, вот, с эмоджами, да, то есть это как бы не картинки, это вот строки, да, то есть это символы. Это может быть ваша пароль, или вы можете себе никнейм такой придумать, да, например, 4 ребенка, там, 2 способа какие-то, ну, то есть довольно интересно. Наверное, никнейм не очень, но... Вот. И тут начинается проблема. Да? Вроде бы как бы строка писали, ну что, мы работали со строками всегда. Если у вас есть какой-то API, который зависит от длины, да, вы что-то какие-то делаете там расчеты, например, там, что у меня там пароль должен быть там такой-то, такой-то длины, да, там объясню пользователю, ну и всякие разные вещи. Тут нужно быть очень осторожно и не попадаться. Да? Например, если здесь вывести длину, я думаю, что все вы поймете, да, что длина будет равна 6 или не равна 6? 12. 2 раза по 6. Да, вот это правильный ответ, потому что если 6, да, иногда кажется, ну что ж там, символ у нас, да, она будет 12 равна. Вот, и здесь вот начинаются эти проблемы, когда вам нужно посчитать каким-то чудом там символы, если вы какие-то там редакторы делаете и тому подобное, да, потому что, вот смотрите, я перемещаю, да, вроде бы по одному символу, да, как там считать. Да? На самом деле, так как вот эти Unicode и получилась поддержка эмоджи, ну, их тогда не думали, я думаю, как бы особо, что надо будет такие всякие вещи поддерживать, и люди будут целые компании спорят, как правильно там этот бургер отображать и тому подобное. Вот, и это инновация уже в какой-то мере, ну, странно. Если вам нужно посчитать, сколько реально элементов, да, в тексте, то придется залезть в такую вещь, как string info,
и string info уже тогда может посчитать длину в текстовых элементах. Да? То есть он тогда все правильно обработает вот эти суррогатные пары, которые появляются. То есть с Unicode все реально снимается сложно, поэтому нужно быть осторожным, когда вы это считаете. Но вообще на самом деле в продакшене и в реальной жизни проблема со строками есть немножко в другом. Строки — это чаще всего большие объекты, да, это immutable, а это reference type, хоть и примитив, да, потому что стек он точно может не поместиться, там почти мегабайт это занимает мало дефолтный, и он живет в хипе. Как я уже говорил, но я думаю, что вы все знаете, что хип у нас разделен, да, у нас есть еще large object heap, когда попадает объект больше 85 тысяч байт. И, соответственно, у нас вот, когда мы попадаем в хип, да, ну, я вот вам как раз вот эти тоже примеры, чтобы так синхронизироваться, чтобы не путаться. У нас есть поколение, да, то есть у нас есть поколение, и если мы создаем объект, пишем когда new, и создаем объект, который больше 85 тысяч байт, то мы никогда не попадаем в нулевое поколение и в первое поколение. Мы не попадаем в эфемерное поколение. Мы сразу попадаем в large object heap, мы попадаем во второе поколение. Вот. И вот как пример, тут тоже есть как бы тест, да, то есть, во-первых, здесь проверяется max generation, можно получить, но они делают, наверное, будет поколений больше, чем 3, да, нулевое, первое и второе. Но это как бы оставим за обсуждением сегодня. И я вот тут вывожу строку, которая просто как раз имеет в себе вот это ограничение, да, то есть 85 тысяч байт — это уже граница, когда попасть в large object heap. Ну, просто чтобы проверить, если мы сейчас тут, я запущу все эти сразу тесты. В первом случае что мы делаем? Мы получаем эту строку, да, генерируем новую строку, new object, создали, и потом просто проверяем, чему оно равно, то есть assert equal, и можно, есть такой UGC, get generation, получить по этой строке, да, в каком она поколении. Ну, то есть мы ничего тут не делали, ни сборки мусора, ничего не было. Да, мы сразу просто сравниваем и получаем. Вот, и если мы посмотрим, то, чтобы подтвердить наше все, оно сработало, что их два, да, что мы, отработало все зеленое, да, что мы как бы попали в large object heap во второе поколение. Сразу. Здесь, соответственно, как я говорил, проблема, да, следующая остановка, скорее всего, у вас это out of memory exception, потому что, ну, память будет выделяться, она будет фрагментироваться, дефрагментации нет автоматом, она только может с кодом, но вызывать GC, там, компакт и тому подобное, это плохая практика, и, скорее всего, такого не будет, и многие не задумываются. Если вы работаете с большими строками и обмениваетесь между функциями, да, там, передаете куда-то, попробуйте использовать string builder. Да, вот то, что мы у себя как бы это начали, не только если вы что-то хотите изменить в строке, а просто как контейнер для хранения строк, да, строковых данных. Если вы там просто, ну, какие-то передаете их, да, там что-то посмотрели, проверили и все, и передаете дальше. А почему так? Потому что string builder, если вы используете и храните там строку, как вот здесь, да, я создал строку и поместил ее в string builder. Она то же самое, 85 тысяч байт. Но у String Builder такая реализация, что он разбивает на чанки строку. То есть, когда вы ему сканируете эту строку, он проверяет ее размер и разбивает на чанки, чтобы вы ни в коем случае не вылезли в large object heap. То есть, если вы работаете с String Builder, он попадет в первое, в нулевое поколение, да, потом, может быть, там переживет, попадет в первое, потом, может быть, еще раз во второе. Да, но чаще всего он будет жить в эфемерном, да, то есть поколение, которое убирается быстро. Да, то есть второе — это сборка, это уже все, это там может быть и stop the world и тому подобное. Вот, то есть если вы передаетесь даже просто строками, большими объемами строк, то взгляните в сторону string builder просто как контейнера для ваших данных. Это довольно неплохая структура данных. Не только там, если говорят, о, надо модифицировать, тогда string builder, да, ну, чуть больше. Соответственно, строки immutable, и с ними есть такие вещи занятные, да, тоже начнем, как, ну, что обычно спрашивают там, на интервью, да, когда вас подводят к тому, что там есть пол объектов, интернирование строк, да, говорят, ну, там вот есть такая-такая строка, чему будет reference equal, да, то правильный ответ, что они одинаковые, будут участвовать на один и тот же участок в памяти, потому что есть interim строк, да, то есть поэтому не immutable, да, что если изменение создается новая копия, соответственно, по новому адресу, это оптимизация.
Это довольно классно, это круто, все это используют, но тут есть свои нюансы, на которые надо знать тоже небольшие внутренности. По дефолту интернирование строк работает только для литералов, да, которые сделаны. Например, если вы берете с инпута какую-то строку, какого-то инпута, которого не было на этапе компиляции, то интернирования не будет. Соответственно, у вас будет копия. И самое простое, например, когда мы парсили очень много лог-файлов, там есть такие штуки, когда мы пишем логи, очень часто повторяющиеся много вещей. Да, то есть логи большие, а уникальных слов там может быть, ну, там, ну, сотни, и все. Ну, дальше какие-то эксепшены, очень много повторяющихся, там, debug, info, warn и тому подобное. И когда вы это парсите, если считываете с файла, это ничего не интернируется, это большие-большие memory трафики. Соответственно, чтобы это решить, есть вроде бы как API. Так он и называется, string.intern. Да, то есть, и вы можете заинтернировать строку. Он вам, по сути, вернет или создаст эту строку, скажем так, заинтернирует и вернет на нее указатель. Да, или просто, если уже она есть, то он вернет на нее сразу вам указатель, ту же строку. И тогда они будут reference equals между собой все вот эти строки. Какая здесь проблема? Оно раз попало в этот пул интернет, оно никогда туда не уходит. Соответственно, вы можете этот пул очень быстро забить. Это тоже плохо, да, потому что у вас будет висеть что-то непонятное. Там даже ребята с команды разработчика райдера недавно завели багу, говорят, как почистить, Mono создает, ну, жестко интернирует строки, и там сразу получается огромный объем памяти занимаемый, working set. Да, то есть, хотя не хочется интернировать или почистить. Вот. К чему можно прийти? Самое простое решение, можно написать свой интерн, такой пул. И он довольно простой. Вот, например, здесь пример, как его использовать, да, тоже там getter create, там local pool. И этот пул вы можете чистить, да, вы им управляете. А на самом деле, если посмотреть, чуть-чуть не пролистаем, что он себя представляет, local pool. Да, то есть самая простая его версия, это, например, взять dictionary, у которого ключ и значение это строка. И, соответственно, вы будете всегда возвращать указатель на эту строку. То есть, если у вас есть такой ключ, вы либо просто возвращаете вот это значение, которое, ну, скажем так, ссылка на значение. Да, то есть, они как бы одинаковые, вы можете менять, потому что создастся копия, но вы можете этим управлять. Да, то есть, у вас такой получается свой пул. Да, то есть, ну, скажем так, упрощенная его версия. Понятно, что там многопоточная среда и много оптимизаций. А лучше его сделать локальным на thread, например, да, разные уровни этих интернов, например, интернирование строк пулов объектов, желательно делать на thread, чтобы было без блокировок там, разных уровней. Но это простой способ достичь большой оптимизации по памяти, если вы работаете много со строками и их парсите. Также есть занятные вещи со строками, это интерполирование строк. Да? Благодаря этому можно писать даже функции целые программы в строках. Вот, если вы посмотрите, да, вот значок у нас интерполирование, да, C-Sharp 6.0 появилось. Ну и так как он ждет в ответ строку, я ему могу дать. Я ему могу описать функцию taskString, что верну, а дальше как бы все. Я могу уже писать код, какой я хочу. Я могу вызвать там веб-клиент, что-то скачать с интернета и тому подобное. Ну, то есть ваша программа может, ну, если вы дорожите местом работы, вы можете написать такой код, который никто не будет поддерживать, да, все, у вас там открывается программа в write line там, или еще что-то, и все, пошло вот так вот у вас в одном методе, да, потом где-то wait, где-то result, все. И все хорошо. Но на самом деле мы поговорим про другую вещь, которая идет с интерполированием, о которой чаще всего забывается. Я вам показываю SQL команды, я думаю, что, ну, не все испорчено в RM, и мы иногда пишем сами SQL команды. И вот здесь вот, ну, по имени я понимаю, ну, вы понимаете уже, да, к чему я веду, какая может быть проблема, но, ну, это не реальная моя фамилия, поэтому, ну, очень часто в SQL команде хочется написать такое, да, там, например, select, звездочка, там, from users, where name, ну, и интерполирование строк не такая же классная вещь, да, хотелось бы просто так писать, пишем там name и все. Но все начинают там говорить, о, это же там как string формат, это такая большая беда, это может быть SQL injection и тому подобное. Да, может быть, да, все. Но на самом деле не стоит забывать, что интерполирование строк, оно идет с немножко другой фичей. Я вам сейчас просто запущу, покажу
сиквел эту команду, что оно выполнится и получится, правда, беда. Да, то есть команда у нас получится такая. Ну, то есть, это SQL injection. Это хорошо. Ну, мне это плохо, но хорошо, что это, ну, что мы понимаем. И запущу другой вариант. Почти такой же, да, но немножко модифицированный. А, все так же, все остается с именем. А, все так же SQL connection. Connection — единственная new SQL команда. А, и тут все так же используется интерполирование строк. Вот. Если мы посмотрим на результат, давайте начнем сразу с того, что посмотрим на результат. Так, это у нас вот new SQL command. Это все, что у меня вывелось. Посмотрите, здесь уже не будет SQL injection. Здесь я тоже также использовал интерполирование, да, но здесь у меня появилось name p0, где p0 это уже параметр. Вот. Казалось бы, какая-то магия, но на самом деле магии никакой нету, потому что интерполирование строк на самом-то деле, да, оно там развернется, как грубо говоря, стринг-формат и передаст. Но на самом деле это так называемый тип появился, который новый с этой фичей, formatable string. Это немножко больше, чем стринг-формат. Оно передается чуть-чуть, подниму повыше. Вот. Он делает больше. Он вам передает структуру, в которой содержится вот этот текст, который вы написали, и он говорит, в этом месте, скажем так, такой-то параметр, да, и сам этот аргумент передает, ну, скажем так, такая супер версия стринг-формат, который говорит, вот здесь вот располагается вот этот аргумент, да, то есть что с ним делать. Здесь располагается этот аргумент и вот его значение, что с ним делать. Соответственно, когда у вас есть эти данные, то вот этот стринг-формат, вы можете с ним легко работать и делать все, что вы хотите. Да, то есть как хотите, можно модифицировать. Например, в этом случае это тоже, как бы, пожалуйста, не используйте в продакшене. Я расскажу, что можно использовать в продакшене. Это уже, скажем так, сделали. Я получаю все эти аргументы и вытаскиваю с этого аргумента его value, да, и position. И преобразовываю это все в SQL параметр. И на тот position, который у меня есть, вместо того, чтобы toString этого value вызвать, да, по сути, я кладу туда имя вот этого параметра. Ну, такой SQL command с параметрами генерирую. Ну и, соответственно, все эти SQL параметры записываю в SQL command, добавляю и возвращаю уже вот эту строку. Вместо того, что вот там вот обычно он поставил бы toString, я подставляю по 0 параметр. И вот такая вот вещь хорошая появилась и с выходом .NET Entity Framework Core 2.0. То есть вы там можете смело писать SQL команду интерполирования строк, передавать все, как вот это вы склеиваете параметры, и он все это умно завернет именно в настоящий SQL параметр. И SQL injection у вас в этом случае не будет. Вот, то есть в этом плане это довольно удобно. То есть интерполяция строк — это не так страшно, но помните, что внутри это formatable string, который вы можете модифицировать. И еще один пример, чтобы вы не думали, что, скажем так, интернирование строк — это какая-то вещь уникальная, бывает еще хуже. Смотрите, это что это у нас MSBuild? Да, это у нас MSBuild, исходники его, и они интернируют. То есть то, что мы говорим, там, например, debug form интернируют. Они вообще интернируют очень мега все. Они проверяют строку, если, например, 2, да, и решетка, то, скорее всего, C-Sharp, да, или U-Sharp, или Visual Basic, да, может быть. То есть они уже даже 2 символа, для них это очень большая оптимизация. Если длина 4, то что может попадать, да, если там кросслог, там 4 по горизонтали, да, true. Вот. Кофе, да, true, это реально то, что очень часто используется, то есть они делали как бы анализ, да, там уже 5, да, 5 по вертикали, false. Вот. Но на самом деле debug build win32 это то, что очень часто используется. Ну и есть такой вообще один нюанс, да, вот это 6, да, вот насколько можно дойти, это не просто там какой-то if, len и тому подобное. Ну, то есть видите, да, это какие уже оптимизации, вот, ну, даже такие вот, потому что они в часто в кондишенах у вас появляются. И они CPU, library, MSBuild, они не так интересны, вот тут начинается более интересно.
Да, вот это как раз это вертикально. То есть, видите, да, какое сравнение? Это не просто там строки сравнить. Это вот посимвольно, и это люди писали. Ну, то есть, это не кто-то сгенерировал. Это вот так вот, представляете, ваша работа? Первый день Microsoft. MS Build Project Instance. Написал, законитал на людей. Да? Вот такие вот вещи, да, и вот тут тоже можно, я так понимаю, вот, это уже второй день работы. Что-то уже посложнее, уже можно так записывать. Да. Ну и тут уже, как бы, это уже хочется пойти куда-то дальше. Ну, в общем, такие вот вещи бывают, и это, скажем так, реальная оптимизация. Это не просто кому-то скучно было. Со строками у нас уже как раз это время. Со строками... Все еще более сложнее, на самом деле, мы такие поверхностные вещи затронули. Но уже как бы у нас время ограничено, поэтому подойдем к десерту и поговорим про более простые вещи, как мне кажется, да, это про числа. Вот. Ну, с числами немного проще, чем со строками, потому что там, в принципе, их складывать, да, вычитать. Компьютер может только складывать числа. Вот, он не умеет ни делить, ни вычитать, он только складывает. Но на самом деле тут тоже довольно легко ошибиться. Если мы пойдем к коду, да, я думаю, по-моему, это вот в .NET комьюнити, да, чтобы выиграть билет, там надо было решить задачку со строками. Ой, со строками, я извиняюсь, все время думаю строками, это JavaScript не искоренить с моей головы. Вот, была задача, нужна, что будет там число, да, мы складываем там, у нас есть 0,1 плюс 0,2, да, и будет ли равно 0,03. Очень часто и спрашивают такое на собеседованиях и тому подобное. Вот. На самом деле все уже знаете, да, это уже и в журналах все писали, наверное, там, Мурзилка и тому подобное, что это будет не равно. Да, представление чисел. Да, мы понимаем, что там это все сложно компьютеру, да, и там потом часто даже, когда уже там на супервысокий уровень спрашивают, как это исправить, кто-то говорит, можно использовать там decimal, например, да, потому что они уже будут равны, представление другое, да, там десятично это записывается уже точность. Хорошо, да, ну, как бы главное не забыть, что decimal, да, оно будет записываться как m-money, вот, кто-то даже заходит, я где-то, кто-то спрашивал, встречал еще больше, это там вообще про знание внутренности и то, что, например, есть байт, да, есть байт, есть int, да, в принципе, когда вы просто сравните, напишите обычное равно, они будут равны. Но если вы напишете, например, такую вещь, когда... Побежала. B equals, да, тут даже райдеры, все, и ReSharper вам подсвечит, подсветит, потому что у байта нету переопределения, да, вот этого всего. И, скажем так, будет приведение к инту, и начнется вот это все как бы сравнение, и вы получите абсолютно другой результат. Вот. Это как бы нюансы, но это, об этом помнить не нужно, а вот с одной вещью, которой можно столкнуться и очень часто забывается. Вот. И довольно такие, скажем так, мочевные программисты, есть вещь, ну как вещь, задача. Простая задача. Нужно написать функцию, которая будет складывать числа. Например, вы там работаете в какой-то финансовой сфере, да, там, и нужно просто написать сложение чисел. Да? Вам передают какой-то лист, чистый, дабл, и вам нужно сложить. В принципе, все просто. Там кто-то может LinQ использовать сам, да, метод, кто-то думает, а нет, LinQ это за что мне платить деньги, я напишу цикл. Вот. Можете написать цикл, довольно все просто. Вы даже можете написать на это юнит-тесты, и все будет работать. Да? Ну, то есть все как бы классно, задачу решили. Но вы все прекрасно понимаете, что числа, да, представляются, скажем так, очень плохо компьютером. Вот он для них, как-то, наверное, не очень предназначен. И если задуматься даже о простом таком примере, что если я вам передам список, да, даблов, в котором будет 2 max value, да, и 2 минус max value с обратно. Вы быстро это посчитаете, да, что если сумма этих чисел будет 0, компьютер не справится. Да? Ну, то есть, если вы боитесь, что машины захватят мир, ну, передайте ему такую вот вещь. Вот, и посмотрите, к чему они придут. На самом деле, да, компьютер вам выдаст infinity. Вот, казалось бы, да, но ему сложно такие считать вещи. И я подвожу к тому, что если в нашем листе вы будете складывать числа не просто, как мы говорим, что там все после запятой проблема какая-то. Нет,
Бывает даже у нас все хорошо, у нас дробной части как таковой нет, но у нас числа разных порядков. Там кто-то передает числа, там, например, не знаю, зарплаты, да, там зарплата там, вашего менеджера, да, 10 в 15 степени, да, и ваша там 100 на команду. Ну и как бы если это сложить по расчетам, да, ну, мы если посчитаем, давайте вот эти все тесты запустим сразу, то получится проблема, что ваша зарплата, к сожалению, будет не учтена. Вот, да, то есть, ну, на фоне этого она немножко размазывается. Сейчас мы посмотрим, что реально получится. Так, numbers. Вот, и если сложить, да, кто помнит, 10-15, и мы там 100 раз по 100 складывали, да, но здесь должны были быть какие-то единички. Да, ну, просто зарплата начальника настолько большая, как бы, да, что ваша, да, ну, так, не учитывается. И вот эта проблема, никакой дробной части, никаких, да, округлений, а вот, ну, просто из-за того, что, скажем так, устроены эти числа, можно так довольно просто потерять. Ну и представьте, как бы вы делаете, да, там приложение, бухгалтерия будет считать, насчитывать, ну, как бы, и если она не проверит, ну, это очень проблема. И для этого есть решение на самом деле. Есть алгоритмы, есть алгоритмы для подсчета суммы, для таких вот, скажем так, чисел разных порядков, она называется вот эта Kahan. Реализуется она довольно просто, алгоритм очень простой. Просто на каждом шаге пересчета вложения высчитывается, какая уже накопилась погрешность, и она просто в следующий раз прибавляется. Вот. Ну, то есть этот алгоритм, там есть ссылка Вики, и это такая вот имплементация, тоже довольно простая его. Вот. Но если вы считаете числа разных порядков, да, то надо быть, ну, скажем так, всегда спрашивайте, да, если вам говорят даже где-то там, а, напиши мне функцию для сложения чисел, да, и вы там какого-то гиганта собеседуете, вы думаете, как? Меня там со всеми спрашивали там и похуже, да. Ну, то есть задумайтесь на самом деле, да, что как бы может быть, да, то есть какие диапазоны. Не помните, что дробная часть это как бы хорошо не помнить, да, что там бывают проблемы и тому подобное. Но помните, что как бы представление распространяется не только на дробную часть, да. У нас еще как бы целое есть и могут быть ошибки и округления. Вот, это в принципе как бы из таких вот вещей, которые используются реально в каких-то, я встречал проектах, да, можно наткнуться. Я покажу вам две вещи так немного уже под конец, на которые я наткнулся, но я бы никогда не хотел натыкаться на них, особенно во время дебага. Есть такая замечательная вещь, ну, мы просто очень много работали там на одном проекте с оптимизацией, нужно было с большими данными, ну, и выкручивался кто как мог. И есть такая вот вещь, есть Formatter Services Get неинициализированный объект. Я лучше сразу это переведу. Идея какая в нем? То есть, если вы, например, очень много там данных сериализуете, десериализуете, очень часто это вызов конструктора, там может быть какая-то логика, а вам, по сути, надо просто заполнить поля его, да, и логику. И для этого, чтобы оптимизировать, вы можете создать объект, не вызывая его конструктора. Есть вот такой вот метод интересный. Соответственно, ключевое слово конструктор не вызовется, да, то есть если даже запустить этот тест, в котором в конструкторе кидается exception, объект создастся полностью. Соответственно, вот, когда вы что-то дебажите, и у вас не записывается какое-то поле, и у вас есть просто набор полей, которые, ну, по property его, и есть пустой конструктор, да, ну, чего-то он там остался, и вам нужно продебажить это все. И логично, что поставить в конструктор breakpoint, да, и что он когда-то вызовется. Вот. И как бы сидишь час, второй, третий, и что ты не понимаешь вообще. Вроде бы думаешь, как бы, ну, C-Sharp вроде бы немного знаешь, и Richter прочитал уже. Не работает, не вызывается. И потом просто заходишь уже в метод, когда он создается, и оказывается, что кто-то соптимизировал, даже комментарий оставил, но вот такая вот вещь может быть. То есть, соответственно, конструктор не выберет. А, ну, бывают нюансы, если кто-то вам сильно надоел в команде, может тоже так делать. Вот. Есть еще, как бы, просто чтобы понимали, с историческим развитием языка, есть нюансы иногда, которые, ну, такие дизайны, иногда очень сложно получить. В принципе, C-Sharp, да, ну, как бы, он многие вещи нам гарантирует, но вот столкнулся с одной вещью, что можно записать значение в никуда. Вот. И это довольно просто, то есть можно объявить property, да?
И раньше C-Sharp, ну и сейчас он как бы компилятор проверяет, что вы всегда должны value использовать. Да? Вы должны всегда использовать value в его сеттере. Если value не будет, он просто вам ругнется. Вы знаете, что в C-Sharp 7.0 появились специально такие, да, вот вещи, переменные, которые, по сути, переменная, которой ее нету, да, она виртуальная, но потом ее оптимизируют и все. Вот. Соответственно, стало все очень просто. Я могу сказать, что я в эту переменную хочу записать value. Да? Как бы я не нарушаю правила, то, что value не используется, value используется. Да? Но у меня есть переменная, которая, ну, по сути, ее никогда не будет, ее с кода выкинется. Соответственно, у меня value записывается куда-то в то, что выкинется. Да? Ну, как бы это оптимизируется никуда. То есть у меня получается setter. Ну и getter, да, getter как бы тоже, чтобы был пустой, есть возможность тоже что-то сохранить, да, в никуда, пятерку, вот. И вещь интересная, что в этом случае оно трансформируется в return 5. Казалось бы, поведение вообще другое, то есть если в том случае он оптимизирует и этот код выкинет, то здесь он вместо того, чтобы выкинуть этот код, он его оптимизирует в return 5. И тогда вот получается, что, в принципе, у вас всегда будет возвращаться пятерка, что бы вы сюда не записали. То есть какое там значение. Но на самом деле это get можно убрать, это для поведения. Но чтобы писать никуда, если вам нужно свойство, которое поглощает все, да, как бы туда просто скидывать, вот, то можно довольно вот такой вот легко с этим написать. Вот. Ну, если вы не используете синтаксис C-Sharp 7.0, да, или у вас там какие-то ограничения, то вы можете тогда написать метод, на самом деле объявить метод, в который вы этот value передадите. Ну, компилятор, он не настолько умный, что он не поймет, что вы ему никуда ничего не присваиваете. Он смотрит, ага, value использовали, окей, передаете метод. А метод пустой. Есть вот такие вот тоже как бы подходы, если вы кому-то хотите там насолить. Вот. Но это уже как бы такие реализации. Кому было, скажем так, что-то там непонятно или интересно почитать дальше, посмотреть, потому что мы во времени, к сожалению, очень сильно ограничены. Вот, презентация, которая доступна у меня на сайте, я думаю, мы потом это пошарим в группе. Есть очень много ссылок, да, которые можно почитать, посмотреть, где описали, например, про те же спаны, да, там очень много интересных подходов, документации. Про Unicode обязательно. Кто не читал, ну, Unicode нужен. Джордж Полский, статья. Вот, Канахан. String and Turning есть, ну и как бы то, что floating point, это, скажем так, вещи, которые тоже нужно помнить и знать, работать. И, в принципе, на этом у меня все. Спасибо вам огромное за внимание. И если есть у нас еще время, то, может быть, у вас какие-то есть вопросы ко мне. Спасибо вам. Насправді, по часу у нас завтра не все. Ну, давайте попросим. Я певен, що питання залишилось, але ми трошки випадаємо з графіку так сильно. І в нас зараз буде перерва на протязі 7 хвилин 30 секунд. І під час неї ви можете задати Ігорю питання або на його контактах, або десь на автопаті, або на панельній дискусії. В общем, я здесь, якщо що, задавайте, ловіть мене. Да. Я в футболці, і без мене слово входить. Ловіть, я з радістю відповідаю. І 3, 2, 1. Час пішов. Да, что там есть? Есть какие-то специальные.
Я анкетку занял. Я не думаю, что кто-то захочет поменять его внешне. Камера выключается, тут два. Выключается?